Итак, господа, всем огромный привет. Вышла срочная информация по отмене перелетов из Беларуси в Польшу, поэтому это не какой-то видос будет про развлекаловку, это будет сугубо полезная информация для людей, которые думают, как сейчас в Беларуси вообще уехать, и расскажу какие-то свои мысли, наработки, идеи, все, что у меня есть. Короче, закрыли перелет с Беларуси в Польшу. И по факту, я думаю, отменят то же самое рейсы Белавия все, и сейчас будет очень, скажем так, затруднено авиасообщение с Польшей. У меня на днях был человечек, которого я помогал переезжать в Польшу, и был просто лютый кейс. Короче, он купил билет, точнее, купил ему билет с Минска до Варшавы на 25 мая. И он уже, получается, на самом деле минский, он выехал в Минск со своего города, и во время дороги ему пришло смс-ка отлет, то, что резервация отменена, и рейса не будет. А человек ехал уже на работу, его уже ждут здесь все. То есть у него уже запланирован полный рейс дальнейший до рабочего места. Ну, короче, полный фарш. А тут такая приходит информация о том, что отмена рейса. Ну, короче, паника у этого человека, паника у меня. Что делать? В итоге пошли на жесточайший риск. У человека, получается, была первая в жизни вообще виза. У него не было никаких раньше виз. Он раньше больше не работал, поэтому был выбор только один, так это на автобусе. Я срочно в тот же день ему бронирую билет на автобус с Минска до Варшавы. Мы звоним в погранкомитет, узнаем информацию, и он говорит, что для переезда нужен договор, переведенный, по-другому никак. Здравствуйте. Здравствуйте. Это пограничная служба? Да, это пограничная служба. Скажите, пожалуйста, при пересечении границы с Польшей на автобусе какой должен быть у меня документ? А цель выезда ваш какой? Да, у меня первый выезд по рабочей визе. Я понимаю, вы рабочей визе. Вы работаете там? Нет, я еще еду первый раз, я же сказал. Только через Минский аэропорт. У вас должен быть на руках трудовой договор и разрешение на работу. Только при... А я еще там не устроен. Ну, я вам объясняю, если вы не трудоустроены, вы должны выезжать через Минский аэропорт. А у него на руках только виза, чтобы вы понимали, и только приглашение на работу. Но он с этой визой, с этим приглашением польским, поехал туда на свой страх и риск, потому что другого варианта нету для него. И на работу нужно было попасть как можно скорее. Ну, короче, поехал он туда, и слава Господи, все удалось. И он переехал границу, и он уже в Польше. Я переживал дико, что вообще получится, потому что могли высадить или что-то еще, но повезло ему. Это то, что я рассказываю вам из оперативной информации, то, что был такой кейс, то, что прямо вот, понимаете, за пару часов до вылета отменяют рейс, и человек, получается, остается просто ни с чем. Вот. А те, кто планирует ехать дальше, кто планирует ехать вообще в Польшу сейчас, я вижу такие варианты переезда сейчас. Это первое, самолетом с Москвы. То есть, по факту, первым делом с Минска до Москвы, это стоит 55 рублей поезд, как я помню, и едет на 7 часов. А после этого самолетом с Москвы до Варшавы. То, что я смотрел, ближайшее было вчера, точнее, самые такие минимальные цены за пару недель, это 600 злотых в одну сторону до Варшавы. То есть билет удораживается прилично так. И получается, это первый вариант, который я вижу. Второй вариант, который я вижу, это, конечно же, делать себе приглашение и на свой страх и риск ехать на границу с Беларусью и пытаться проходить, потому что по факту на сайте ГПК РБ толком не прописано вообще, как правильно нужно пересекать границу, и там нет точной информации о том, что да, у вас должен быть 100% договор. Там написано «рекомендуется во избежание проблем», вот, поэтому это рекомендательная форма, и люди приезжают с приглашениями польскими, рабочими, и все нормально. То есть это такой чисто лотерея. Есть еще один вариант, по харду, это тоже белорусы-комбинаторы придумали. Сейчас делают, скажем так, ну, договоры липовые, условно, на фирму и на вас. То есть якобы вы устроены в польскую фирму, у вас есть договор, рабочая виза, соответственно. Делают договор, который вы показываете только белорусским пограничникам, потому что полякам его показывать нельзя. Это фейковый документ. И, как я понимаю, эти документы сейчас стоят порядка 150 рублей. Делают новый договор, фейковый, повторюсь еще раз, и делают вам фейковое приглашение. И с этими документами вы берете и, собственно, едете в Польшу. Но хочу вам сказать так, что, ребят, ну это, конечно, лотерея тоже жесткая, потому что мы все понимаем, что это фейковые документы.
Я не знаю, может быть, они там как-то проверят, может быть, нет. Поэтому с этим играться тоже довольно-таки опасно, на самом деле, с этими приглашениями фейковыми, с этими договорами фейковыми. Но такой вариант существует, я знаю, что так люди приезжают, и все у них нормально. Вот такой есть вариант. Я тоже еду в Беларусь через 2-3 недели, наверное. И у меня, по факту, тоже билеты на самолет, но не знаю, что будет. У меня еще отмена никакая не пришла, но думаю, что есть шанс, что отменят тоже мой рейс. Хотя этого тоже, конечно, дико бы не хотелось, чтобы потом не поехать вообще, либо ехать как-то перекладными путями через Москву. Ну, короче, нам сейчас очень жестко урезали все возможности по переезду в Польшу из Беларуси. Это реально сейчас становится прям квестом. Ну, повторюсь еще раз, потому что вариант есть такой. Вы либо летите самолетом с Москвы, либо на свой страх и риск едите на автобусе, потому что людей некоторых пропускают, а некоторых не пропускают. Вот, допустим, моему знакомому, который помогал переезжать, ему повезло, его пропустили. Может быть, потому что у него первая виза или что еще, я даже не знаю, почему так могло случиться. Вот, ну, я, конечно, знаю еще его информацию, потому что он мне писал о том, что 5 человек каких-то не пропустили в Польшу, белорусов. Именно наши белорусские пограничники. Я не знаю, почему. Я еще у него узнаю, возможно, напишу в комментариях, почему так случилось. Ребят, ну как-то вот так. Ну и, конечно же, фейковые приглашения, фейковые договора. Такая штука существует. Я знаю, что люди переезжают даже по таким вещам. Реально, есть некоторые знакомые кейсы, которые делают такие договора, переезжали. И все нормально. Поэтому думайте сами, если вам срочно нужно покинуть Беларусь, то, думаю, вариант вы какой-то найдете. Как минимум, через Москву вы можете поехать всегда. Как максимум, ну, сделать такой договорчик, да, подлететь. Хотя я реально бы никому бы не рекомендовал, потому что это реально уголовное дело по подделке документов. Короче, как-то вот так. Оперативная информация только для вас, ребят. Спасибо за просмотр. Ставим лайкосики. Стараюсь держать руку на пульсе Беларуси и Польши на этом канале. До встречи. Пока.